Музей музыки, который является главным экспертом в области музыкального наследия. И мы очень рады, что сегодня Музей музыки нас принимает у себя в гостях. И сегодня состоится презентация проекта «Музыка героев», которую вам представит лично генеральный директор Музея музыки, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Аркадьевич Брызгалов. Спасибо большое, Татьяна. Аплодисменты. Аплодисменты, спасибо. В зале, кроме сотрудников музея, которых я здесь вижу, находятся участники конкурса. Да, поднимите руки, кто участник конкурса. А кто, есть победители в зале? Да, у нас сегодня в зале победитель в номинации «Вокал». Иди сюда. Давай. Давай. Вокал. Иди сюда на сцену, расскажи про себя, чего ты там, где победил, чего пел. Давай, иди сюда. Как тебя зовут? Рафаэль, иди сюда, давай, вставай. Значит, смотри, учу тебя. Если вышел на сцену, никогда не делай вид, что тебя здесь быть не должно. Вышел на сцену, все, сцена твоя. Давай, рассказывай про себя. Меня зовут Александр Рафаэль. Занимаюсь вокалом уже 6 лет. Люблю заниматься вокалом вживую. Вот. Побеждал в многих конкурсах, я вообще люблю петь. Пою в оркестре. В каком? А фамилия его? Лукин. Как? Лукин, знаем такого, да? Ага. Дайте, пожалуйста, микрофон. Ага, потому что сейчас запись, чтобы было слышно. А ты играешь на каком инструменте? Ты поешь, солист. Что поешь с оркестром? Военные вообще патриотические песни. Какие? Баллада о солдате, «Березовые сны». Так. Севастопольский вальс. Молодец. День Победы. Какой у тебя голос? Тенор. Сейчас баритоном поешь. Я да. Баритоном, как ты был представлен на конкурсе? Как вокалист. Что пел? На солнечной поляночке. Давай. На солнечной поляночке. Молодец, настоящий победитель конкурса. Молодец. Поздравляю тебя. Все, мы поняли, что конкурс настоящий, поют по-настоящему. Когда поешь внизу, с дыхания не слезай, держи дыхание внизу. Молодец, оставляй микрофон. Так, кто еще? Кто еще есть победитель? Я хочу сказать, да. Что у нас номинацию «Вокал» жюри осматривал Оскар Абразаков. Да. Знаем такого, да. Да. И вот по вокалу, я хочу сказать, у нас бывало и два вторых, и три третьих места, но вот в категории, в которой выступала Фаэль, он был единственным, кого жюри абсолютно безоговорочно признали победителем. Молодец. Да. Молодец. И члены жюри по-честному выбрали победителя. Вокал. Ну, выходи сюда, расскажи о себе. Вообще, вокалисты это была самая сложная категория, потому что было много детей, у которых уже поставлены профессиональный голос, в частности, да, как Рафаэль. Было огромное количество детей из детских садиков, которые нам
еще было сложно. Как тебя зовут? Пойдем на сцену. Не торопись, на сцену не спеша надо выходить. Да. Давай. Встав. Меня зовут Смирнов Тимофей. Так. Мне 12 лет. Так. Я не только как вокалист, я и актер. В детском музыкальном театре юного актера и российского академического молодежного театра. Какой ты молодец. Так, аплодисменты. А ты как в спектаклях играешь? Да. В каких? Молодец. Молодец. Смотрите, какой репертуарный актер у нас, да? Он репертуарный. А поешь ли ты там в спектакле? Конечно, музыкальный. Какая тебе больше всего нравится песня или произведение музыкальное, которое ты поешь? Но считать не будем. Скажи, пожалуйста, вот из тех ролей, которые ты сейчас перечислил, какие? Какое музыкальное произведение? Ты поешь там что-нибудь? Да. Ну, покажи нам. «Волшебник изумрудного города», «Татошка». Это песня не из мультфильма, а композитора отдельно, который сочинил. Отлично. В мультфильме тоже композитор сочинил? Или ты думаешь, там музыка народная в мультфильме? Нет, там тоже композитор есть. Давайте. Давайте. Давай. Аплодисменты. Молодец. Поздравляем тебя. Ты победитель? Или ты не знаешь? Я не знаю. Фамилия. Смирнов. Тимофей. Смирнов. Сейчас проверим. Занимай свое место в зале. Итак, мы вам покажем то, чего вы, уважаемые наши посетители, зрители, никогда не видели, не слышали. Аналогов того, чего мы сейчас вам будем показывать, мы... Это большой такой коллективный труд в музее музыки, было сделано и собрано. В общем, в мире этого не существует. Это все существует в единственном абсолютном экземпляре. Что важно, проект называется «Музыка героев». Я не случайно говорю, что это проект, это не просто выставка, это не просто представление какой-то одной темы, монотемы. Это большой проект, результат труда большого коллектива, сотрудников музея, Госфильмофонда России. Над этим проектом шла работа примерно год. Год работы над этим проектом, это большое время. И судьба этого проекта непростая, потому что это было сделано как раз в пандемийный год. Кстати, тема эта вечная, вечная. И мы готовились сделать настоящую выставку в музее, как... По-настоящему, с предметами, чтобы люди пришли, это должно было занять все этажи нашего здания и со всеми нюансами. Но, к сожалению, нам ограничения, которые были, в которых мы все с вами жили, не дали возможности этого сделать. А у нас уже все было готово. Мы стали думать, ну как же показать это людям, как это все представить и как это сделать так, чтобы это было интересно. И мы сделали это в мультимедийном формате. И вы знаете, это такой современный формат, в котором это получилось. В общем-то, это получилось, на наш взгляд, получилось не хуже, чем человек пришел в музей и насладился той или иной выставкой. С одной стороны, какая бы хорошая выставка ни была, у нее всегда есть свое время экспонирования. Будь месяц, два, год.
А эта выставка, в общем, навсегда будет показана. Это редкая выставка, потому что она рассказывает о музыке на войне. И это очень важно, потому что целенаправленно вот эта тема музыки, о музыкантах, тема того, что как музыка жила во время войны. В общем, есть только какие-то такие фрагменты, которые всем хорошо известны, которые часто показывают в кино, по телевидению. Но вот такого цельного рассказа вообще об большом таком направлении, о музыкантах, о музыке, о том, как музыка, в общем, с первого до последнего дня войны жила на войне, как служили музыканты, и те, которые были в окопах, и те, которые приезжали в составе агитбригад, и те, которые остались на поле боя. Это все надо было связать в одну единую такую историю. И нам показалось, что у нас получилось. Свет можете убирать. Это мультимедийный аудиоспектакль. И рассказ идет в этом спектакле от первого лица. Молодой студент Московской консерватории рассказывает о том, как вчера он был студентом, а сегодня его, молодого музыканта, призвали защищать Родину. Сколько раз за последний год я слышал эту песню. Песню, ставшую символом этой войны. Думаю, музыка обладает памятью. Она впитывает в себя все, что происходит вокруг. И люди обязательно должны полюбить музыку, хотя бы поэтому. Когда я слышу мелодию священной войны, я сразу вспоминаю Белорусский вокзал. Оттуда, 26 июня 1941 года, через 4 дня после того, как Германия объявила войну в Советском Союзе, я, 22-летний выпускник Московской консерватории, уехал на фронт. Вспоминаю Москву, залитую летним утренним солнцем, перрон, наводненный людьми, продолжённым охоткой зал ожидания. В тот день на площади Белорусского вокзала краснознамённый ансамбль Александра давал концерт. К тому моменту уже 3/4 ансамбля было на фронте. Солдаты в походном снаряжении сидели повсюду, из камнях и чемоданов. Поднялась рука дирижёра Александра, и я услышал этот нарастающий марш величества. А вот так это было живьем. Одна из первых записей ансамбля Александрова. Александров, тот самый, который написал эту музыку. То нервное возбуждение, то гордую готовность и то юношеское желание сражаться до победного конца, которое мы выполняли. Как и все, что происходило в то время, эта музыка укрепляла мою уверенность, что я поступаю правильно. И вот та самая партитура, вот видите, и оригинал – это то, что написал своей рукой композитор, который хранится бережно на протяжении стольких лет в фондах Музея музыки. Вот мы показываем здесь. И поверьте, когда притрагиваешься к этому документу, к этим нотам испытываешь неимоверный трепет. Не только ноты есть в фондах музея.
Еще есть уникальные свидетельства, видеофотографии. Посмотрите, обратите внимание, вам видны тексты, да, которые написаны, которые сопровождают фотографии. Вот песня «Священная война» со множествами резолюций, которые на этих нотах, печати. И буквально через несколько дней после начала войны это произведение было уже прозвучало по радио, а в то время, если прозвучало по радио, в общем, сразу все жители страны, все уже в этот же день все ее знали и пели. Рядом со мной была женщина. Матери заголосили, солдаты наскоро целовали их, жен, детей, запрыгивали в поезд. Провожать меня было некому. Мать, отец и Надя были в Ленинграде. В городе, где я родился, вырос. Люди на станции кинулись вслед за поездом, а провожающие долго смотрели на все. Никто не знал, когда придется светиться вновь. А вот так было в канун начала войны. Вот такая была мирная жизнь. Вот так жили люди в Москве. Радовались. Танцевали. Ходили в оперу, на концерты. В этой выставке звучат уникальные записи, которые также хранятся в фондах Музея музыки. Сейчас звучал марш энтузиастов. И вот. 26 июня 1940. Вот, посмотрите, оригинал этой знаменитой музыки. Люди старшего поколения, конечно, хорошо известна эта мелодия. Молодежи неизвестна, но тоже будут знать прекрасная музыка. Музыка Исаака Дунаевского, слова Александра Дактиля. Вот такие были знаменитые фильмы, в котором тоже была уникальная музыка. «Волга, Волга», и звучали, были знаменитые песни. Кстати, они сейчас очень актуальны. На вычищенный звук выставки. Это над этим работала целая большой коллектив звуковиков, которые работали с тем, чтобы звук был хороший. Ну или, например, вот эта запись 1934-го, довоенная запись из фильма «Веселые ребята».
вот такие афиши довоенные, уникальные афиши, по которым можно воспроизвести жизнь тех времен, жизнь Москвы, жизнь других городов, программки концертов в Московской консерватории. Марш энтузиастов. Еще раз я хочу вам сказать, чтобы запомнилась эта музыка. Исаак Дунаевский. Слышишь, духовой оркестр играет? Слышишь? Военные киносборники. И вот эти уникальные кадры – это то, что создавалось с первых дней войны. Госфинофонд, СССР. И современные наши коллеги представили нам эти записи. И вот это кино смотрели бойцы на фронте. Киносборник номер один. Как звонит руководитель государства, товарищ Сталин, и дает напрямую всевозможные команды. Хорошо. Сейчас мы держим наши границы. Фашисты не пройдут дальше. И я уверен, Надя, что ты, твоя семья, мой отец и мама будете в безопасности в Ленинграде. Конечно, невыносимо жаль, Надя, что из войны нарушились все наши с тобой планы. Но ты по-прежнему моя невеста, почти жена, и я верю в то, что ты будешь ждать меня. Возможно, ты улыбнешься сейчас, а я более чем серьезен. Не представляешь, как мне важно знать, что ты меня ждешь. А помнишь, как ты приехала ко мне в Москву на выпускной экзамен в консерватории? Помнишь? Как мы гуляли потом от улицы Герцена до Патриарша. Как пили шампанское в Минуспех, как пошли на танцы. А потом гуляли до утра. Так долго, что возвращались, встретили школьников, отправляющихся на последний в этом году зону. Обнимаю и целую тебя, как тогда. Пиши мне, как можно чаще. А в это время композиторы, жившие в то время, начали большую творческую работу. И был создан специальный песенный штаб
Великой Отечественной войны, который возглавил Арам Ильич Хачатурян и Ренгольд Морицевич Глиер. Эти два человека заседали в Союзе композиторов, и все композиторы, которые писали музыку в тот момент, приносили в штаб свои произведения для того, чтобы они были отобраны, чтобы эти произведения были направлены на фронт. Вот такие афиши уже декабрь 41 года. Повторение симфонического концерта русской музыки с дирижером оркестр Всесоюзного радиокомитета, дирижирует которым Николай Голованов. Такие выдающиеся певцы, как Обухова, Катульская, Лемешев, Мигай, Арфенов. И сбор от концерта поступит в фонд строительства танков. И вот эти произведения, которые появились в результате работы песенного штаба, «Песня смелых», «Музыка Белого», «В землянке», музыка Константина Листова и слова Алексея Суркова, «Боевая саперная песня», «Песня смелых», ну и так далее. А мы идем дальше. Вот они, песни первых месяцев войны. И я вам покажу, дам возможность послушать уникальные записи. Вот до песни «Смелых» 41 год, о которой вы видели ноты, которые хранятся здесь, в том здании, где мы находимся. Ансамбль Александрова. Василий Павлович Соловьев Седой. Поднимите руки. Кто знает хор Пятницкого? Молодцы. Идем дальше. Спасибо. Сколько раз за последний год я слышал эту Меня нет!
Татьяна двинулась большая воронка. Острая и страшно пахла взрывчаткой. Спиной ко мне сидел молоденький солдатик. Из левого его плеча торчала розовая кость. Он молча вертел головой, а я стоял и смотрел на него. И не знал, что делать. Совсем низко, почти над соском, самолет с черным крестом. Я взял кулинарную кость. Ветки сбитые ей упали на землю. И какая-то ни к чему-то мысль мелькнула у меня в голове. А ведь там сидит человек, я ничего не сделал. А он сейчас. А здесь мы рассказываем историю про седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. В прошлом году исполнилось 80 лет со дня первого исполнения в Ленинградской филармонии 9 августа. 80 лет со дня первого исполнения оркестром, собранным со всех фронтов музыкантов под руководством дирижера, очень известного дирижера того времени, Константина Ильича или Айсберга, была сыграна эта симфония. О ней еще чуть позже скажу, но есть уникальная запись, и я должен вам дать ее фрагмент послушать. Запись, которая сделана оркестром Ленинградской филармонии в 1953 году с дирижером Евгением Александровичем Моровинским. Это была организована трансляция по радио. И совсем недалеко от Ленинграда находились уже немецкие части. Немецкие генералы, послушав седьмую симфонию, сказали, что страну, в которой звучит такая музыка, победить невозможно. Они оказались правы. А на площади искусств рядом с Ленинградской филармонией оставались люди, которые не смогли попасть в зал. И на площади искусств тоже была трансляция. И люди стоя слушали весь концерт. И это было очень сильное эмоциональное ощущение, впечатление у людей, одно из первых положительных эмоциональных ощущений с момента начала войны. Несмотря на то, что потом блокада Ленинграда, несмотря на то, что Ленинград 900 дней и ночей пребывал в блокаде, но исполнение седьмой симфонии навсегда вошло в историю. А партитура, тот самый оригинал, который написал и который закончил Дмитрий Шостакович в Куйбышеве в конце 1942 года, 41-го года, прошу прощения, находится в нашем музее. И в прошлом году, да, находится здесь, в нашем музее. И в прошлом году мы впервые за 80 лет привезли эту партитуру в Ленинград, в Санкт-Петербург. И показали ее перед концертом Санкт-Петербургской филармонии, перед юбилейным концертом, который был там
9 августа. Мы видели, мы счастливые люди, мы видели глаза этих людей, которые стояли у этой витрины, и нам были понятны их эмоции. И, конечно же, были моменты между боями, после боя. И здесь, конечно, музыканты выступали на вот эти сцены, которых никогда не было. Это были борта грузовиков, это были окопы, это были какие-то возвышения, но здесь царила музыка. Письмо 20 августа 1941 года. Хорошая война. У меня все благополучно пока. В военную жизнь постепенно втягиваюсь. Описать ее. Встаем 4:45. Грибы дать не смогла. Ложимся в 10. Свободного времени почти нет. Живется, в общем, неплохо. Трудности есть, но мелкие. Мне очень приятно, что ты доходишь не изменившийся в характер. По-видимому, с моим характером жить в армии можно. Поздравь меня с боевым крещением. Я пережил свою первую атаку. Удивляюсь, как я остался еще до сих пор жив. Среди наших так много убитых ран. Когда немцы обстреливают нас ночью, становится светло, так что можно читать. Сейчас мы стоим в деревне. Мне становится ясно, что быстро победить нам не удастся. Мы надолго застряли в этой грязи. Главное, чтобы не всегда. Хотя, если суждено умереть, значит, так и надо. Придется подождать с музыкой до тех пор, пока не разобьем гад. Вот тогда музыка вступит в полную праву. Грустно, Надя. Напиши что-нибудь, ласково. Ты теперь мне надежда, вера. Ты пишешь, что из Ленинграда эвакуируют детей, студентов. Если ситуация будет хуже, потреби все силы, чтобы выбираться в эвакуацию. Пиши мне, что ты цела и здорова. Твой Андрей. Эти уникальные фотографии, они нас по-настоящему уникальные, они все в единственном экземпляре. И посмотрите на глаза людей, которые слушают музыку, и посмотрите на счастливые лица музыкантов, которые испытывают настоящее удовольствие от того, что они делают. Ну и, конечно же, знаменитые слова поэта Твардовского. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. А вот и песни, которые звучали тогда. Подпевайте. Такие примеры. Смотрите, краснознамённый ансамбль Александрова. Знаменитые песни того времени. Вот и
еще на два бойца. Такая музыка. Джаз. Джаз-оркестр театра Краснознаменного Балтийского флота. Известная мелодия. Известная. Ну и как не послушать голос Клавдии Ивановны Шульженко, символа Великой Отечественной войны. Репетиция оркестра. Нет зрителей, идет репетиция. А вот такие выступления. Не было удобных кресел в зрительном зале. Слушали стоя. Вот такие коллективы, которые собирались. Уверен, что прямо там, на фронте, на этой же площадке собирались музыканты. Вот такие. Ансамбль клуба Нарвской дивизии под руководством
капельмейстера Доброхотова. А вот эта фотография называется «Художественная самодеятельность на фронте». То есть были не только профессиональные музыканты, которые приезжали, но была еще самодеятельность, потому что воевали люди, которые умели и могли, и играли на музыкальных инструментах. Такие духовые ансамбли, музыкальные роты. И, конечно, мы не можем говорить о концертах фронта. И с 1942 года, начиная, уже стали делать киноконцерты. Ну, например, вот такой эпизод. Бобины, там пленку везет. Пленку везет боец, чтобы показать кинозале. Кино было долгожданное. Еще одна легенда, еще один символ музыки на войне. Зимой 42-го года я встретил моего близкого друга, судьбе которого мне было почти ничего не известно, Гришу Фрида. Мы ждали подвоза и припасы, а вместо этого приехал небольшой автобус, в котором были артисты фронтовой бригады. Солдаты высыпали, а вдруг сама Лидия Руслана или Иванович Жак, фронтовой любимец. Но вместо них из автобуса вышло семеро солдат-музыкантов, среди которых был Гриша. Хотя я рад был его видеть. Это был все тот же Гриша, московский интеллигентный юноша. Он страшно похудел,
осунулся, и лицо его стало хмурым. Двойник был знаком Шостакович. Фрид шел на золотую доску в консерватории. Но за 2 года до начала войны был мобилизован в армии. В день нашей встречи Гришина бригада давала концерт. Один из музыкантов тащил к месту выступления огромную контрабасную волну. Гриша с улыбкой сказал: «Смотри, Андрей, это гордость нашего маленького оркестра. Правда, в футляре этот колоссальный треугольник выглядит как какой-то вид оружия, и когда его необходимо волочить по открытой местности, она обязательно начинается отстрел». Выступали на импровизированной сцене на опушке леса. Солдаты стояли группами в ожидании концерта. Передо мной Гриша Фрид, чьи произведения до войны исполнялись в большом зале консерватории. Теперь он руководит фронтовой группой, которая играет простые, народные, но такие нужные солдатам песни. В его группе был солист, неплохой баритон. Пока шел концерт, солдаты внимательно слушали и подпевали, и, казалось, на время забыли о войне и предстоящей атаке. В завершении исполнили песню «Мы». И выдающиеся в то время молодые, но уже очень известные музыканты также выступали на фронте. И посмотрите, уникальная запись выступления Эмили Гиллиса. Послушайте текст, который там. Прочитайте слова воспоминания актрисы МХАТ Аллы Тарасовой.
Вот бригада, Лидия Андреевна. Концертная. Ну и, конечно же, знаменитые валенки. Может быть, самая знаменитая песня Руслановой. Утесов. Посмотрите, я вам покажу фрагмент, длинный фрагмент, но коротко покажу. И джаз был. И фильмы снимали. Если сегодня сказать, клипы, ролики были. Ролики 40-х. И механизмы на сцене уже. Оркестр Леонида Утесова. И самолет назывался «Веселые ребята». И афиши в концертном зале Чайковского. Вот это здесь, напротив, через дорогу. Ивана Шульженко. Афиши. А Шульженко пела джазом, обратите внимание, джазовые афиши. Поначалу оркестр работал и на радио, и в концертных залах. Андрюша,
исполняются плохо, и музыканты и публика сидят в верхней одежде. Бывали редкие случаи, что в мороз кто-то из музыкантов выходил на сцену, как полагается, во фраке. Жестокий голод, отсутствие транспорта, непрерывные бомбежки и обстрелы унесли жизни 27 музыкантов. Большинство из оставшихся живых находятся в Москве. Из всего оркестра только 16 человек сейчас смогут работать. 3 марта умер наш старший товарищ в консерватории Боря Голос, как многие от голода. А вот знаменитое обращение Дмитрия Шостаковича. Партитура, вот она партитура, вот эти страницы, написанные рукой Дмитрия Шостаковича. Вот афиши первых концертов, которые были в Ленинграде, и в Москве, и за рубежом. Ну и, конечно, тот исторический концерт, который был и в Куйбышеве, и в Ленинграде. И это тоже все хранится здесь. Это дирижер, который продирижировал в Ленинграде, Карл Эли Айсберг. Наступил август. Вот уже больше года моей фронтовой жизни. Я перестал представлять, что бывает другая жизнь, чем эта. Безумная. В конце июля нас перебросили под Сталинград, сдерживая вражеские войска. Вышел приказ верховного командующего и шаг назад. В одной из атак меня оглушило покрывающимся рокотом. И я упал. Было такое ощущение, что у меня не осталось ни тела, ни сердца, вместо всего этого ревущий звук чего-то, несущегося на меня сверху. В груди я почувствовал тупую боль, меня затошнило, и голова пошла кругом. Я подумал, что умираю. Дальше я ничего не помню. Очнулся уже в вагоне цвета, в поезд, и в каком вагоне, мягко, не теплушь. 3 или 4 дня поезд тащился до госпиталя, подолгу простаивал на перегонах, ожидая восстановления пути. На станции, пропуская эшелон с новобранцами, ведущие на фронт, из теплушек на нас смотрели солдаты, так же настороженно, как и мы когда-то. Вот так это было. Участники войны еще
приходили на встречи фонтану Большого театра, в Александровский сад, и во многих городах нашей страны были места встречи ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше и меньше. Эти встречи. На вокзал явных своих носилках. Молоденькая сестра уже снулась. Как же класть это чистый профиль таких? А здесь появляются фамилии малоизвестных. Известных и малоизвестных музыкантов. Их имена найдены в процессе работа над этой выставкой в фондах Музея музыки. Этот раздел называется «Не вернувшийся». Письма, которые звучат, это переписка, это тоже материалы, которые хранятся в музее, которые на протяжении многих лет бережно хранятся сотрудниками. И вот есть такой проект, в котором, в общем-то, это все стало доступно. Здесь есть еще один очень важный раздел, который мы специально включили в финал этого рассказа о музыке, о музыкантах на войне. Это очень важный раздел, как нам кажется, для понимания того и для эмоционального восприятия тех, кто смотрит и слушает. Включите, пожалуйста, свет в зале. Слышу хор. Ну давайте, давайте. На поленьях смола, как слеза, ну, и поет мне. Слышала ты, как тоскуешь. Я на этом завершаю
нашу встречу. Есть сайт, который называется «Музыка героев РФ». Вы можете внимательно посмотреть, не в таком быстром темпе, в котором пришлось показать. Это на самом деле пришлось, потому что об этом можно рассказывать долго. Об этом можно рассказывать вечно. И мы получили одно очень трогательное письмо от одного из внимательных читателей, слушателей, который человек нам написал, что он провел на этой выставке 32 часа. Он залез везде в ствол этого дерева и, в общем, познакомился со всеми материалами, коих там достаточно много. Проект уникальный, аналогов этому нет в мире. Я вас благодарю за внимание и благодарю за то, что мы встретились, и такая возможность появилась благодаря и Российскому национальному музею музыки, и усилиями людей, которые работают в замечательном фонде Оксане Федоровой, которые делают все, и мы делаем, и наши коллеги делают все для того, чтобы просветительство, чтобы музыка, чтобы все это было важнее всего на белом свете. Сегодня мы занимаемся большим проектом, связанным с Сергеем Васильевичем, юбилеем Сергея Васильевича Рахманинова, Федора Ивановича Шаляпина. И кто может сказать, что это не важно? Это самое важное, что только может быть. Говорить о русской культуре, говорить о русской музыке, говорить о том, что наша культура, наша музыка, как одно из величайших достижений нашей страны, нашего государства, нашей культуры. В общем-то, музыка, без которой мир никогда не сможет жить. Спасибо большое за внимание. Благодарю вас. Хочу сказать огромное спасибо Михаилу Аркадьевичу и Музею музыки за ту поддержку, которую они оказывают. Я вас всех приглашаю посетить филиалы Музея музыки. Возможно, вы не знаете, но это совершенно потрясающая усадьба Федора Ивановича Шаляпина на Новинском бульваре. Это музей Чайковского, это музей Голованова. Поэтому у нас на сайте есть фильмы музыкальное-путешествие.рф, которые были сняты при поддержке Музея музыки. Вы можете там посмотреть про и усадьбы, и про творчество, и про уникальные артефакты. И со своей стороны мы хотим также всем порекомендовать зайти на сайт Музея музыки. Каждый раз здесь проходят совершенно потрясающие экскурсии, и мы со стороны фонда очень рекомендуем сюда ходить почаще, потому что, насколько я знаю, здесь есть специальные программы для детей, и квесты, и что-то, чего-то только тут нет. А я приглашаю всех участников нашего конкурса и победителей, тех, кто сегодня был, 22 апреля в Музей Победы на церемонию награждения победителей. Поэтому всем большое спасибо, Михаил Аркадьевич, вам от нас низкий поклон. И я думаю, что музыку героев мы, наверное, еще где-нибудь представим. Можем даже сделать специальную презентацию в Музее Победы, чтобы соединить и музыку, и музей, и всех, кто делает такое очень важное дело. Спасибо вам большое. Всем хорошего дня. Thank you.